Доброе утро, друзья. Сейчас покажу немножко странную вещь. Однако это реальность. Посмотрите, у нас здесь на улице выборы. Выборы губернатора Кубани Кондратьева. Я не знаю, кого там они собираются выбирать. Посмотрите, у них тут типа такие столики, бутылочки. Вот, смотрите, даже палаточки поставили. Минус торговли сегодня, которая на этом месте обычно собирается. Да, вот даже, посмотрите, урна есть. Чтоб, не дай бог, никто из вас не смог пройти мимо голосования, чтобы обязательно каждый из вас проголосовал. Знаете, что самое забавное? То, что единый день для голосования завтра. То есть сейчас идет досрочные выборы, и вообще, насколько это уместно, вот, вы знаете, на улице все. Зато, как бы, меры по защите от ковида. То есть, если ты переживаешь, что ты заразишься, ты можешь пойти на улицу проголосовать. Я даже там, по-моему, маску дают с бутылочкой. То есть, все как положено на участках. И ты вот сможешь вот таким вот образом проголосовать. Не знаю, стали бы вы голосовать или нет, но мне больше приятнее и привычнее ходить в помещение и там голосовать. То, что сейчас происходит, для меня это большая дикость, в плане того, что я помню, что-то похожее было, когда был карантин и тоже были выборы. Кто помнит, напишите. Вот тут совсем недавно тоже вот такие вот у них выездные были мероприятия, посвященные выборам. Вот сейчас повторяется. Нет, я больше всего порадовала. То есть я сплю себе, никого не трогаю, болею. Кстати, вы, наверное, заметили, 2 дня нет видео. Я с температурой болею, у меня еще голос хуже, чем у Юры. Так вот, проблема в том, что вот почему я так разговариваю, потому что я с ангиной. И прикол в том, что очень-очень громко какие-то женщины прямо под окном начали орать. Я просыпаюсь, думаю, что тут случилось? Оказывается, они просто, блин, болтают, потому что здесь выборы, вот такие вот дела. Они там просто стоят, разговаривают, а человек тут с температурой, с ангиной погибает, потому что ему не дают спать. Так вот, друзья, если вы уж там что-то какие-то выборы устраиваете, можете вести себя хотя бы привычно и нормально. Потому что вот здесь вот прям на этом месте я, получается, сплю. Я проснулась от того, что здесь так женщины долго что-то обсуждали, вот прям на этом месте. Просыпаюсь, я смотрю, о, ё-моё, это выборы, они тут, оказывается, на нормальных условиях, все законно. Но вообще надо оставаться людьми, если вы уж что-то такое устраиваете, то не думайте, что можно вести себя нормально, вот так вот громко. То, что говорю, может быть спящий ребенок, вот больной человек, потому что они меня чисто разбудили, когда я вот в самой-самой такой нормальной форме сна была. Я просто не понимаю, где разговаривать, как будто дома. Вот. А окна на проветривание у меня, потому что свежий воздух, он нужен. Понимаете, если я еще хоть как-то привыкла к вот этой музыке из пиццерии, то вот к разговорам прям под окном, причем громко, они что-то там обсуждали, как-то школы, я не знаю, что они тут обсуждали, но я проснулась. В общем, вот такие вот дела, вот у нас выборы губернатора Краснодарского края.